Пам-пам-пам, ребята, всем привет! И наступил уже как бы первый день нашего отдыха. И сегодня мы пойдем на пляж первый раз. Это будет очень-очень круто. И сейчас у нас сколько времени? Времени у нас сейчас 11 утра. Вообще мы планируем ходить не позже 10. Но из-за того, что мы вчера приехали и все такое, легли поздно, поэтому и встали не рано. Так что пожелайте мне удачного купания, обязательно все поснимаю. И у меня, кстати, отломилась одна фигня, которая, по сути, как бы должна быть глупо. Короче, следите за моим инстаграмом, там я публикую все мои эпик фейлы. Так что, что ж, мы пошли купаться, ну а вам удачного просмотра.
сейчас идем куда? Мы идем на рыночек отовариваться вкусняшками всякими. Да. Южными. Слушай, как классно. Хочешь что-нибудь? А ты здесь или будешь? Да. Итак, ребят, ну, в общем, мы уже искупались, наверное, часа полтора. И сейчас мы вот будем кушать шашлычок и картошечку. Ну да. А вот, и потом пойдем еще раз на море купаться, но уже с нашими барбосами. Это Чак, это Ричард. Я чувствую запах. Смотри, нам продали тухлый лаваш. Ребят, не покупайте вообще лаваш, ужас. Нам продали. Я сниму и вернусь. Ты что нам это, лавашик продал такой, я случайно. И это тоже кислый лаваш. Все. Я вам плю, не по-детски. О! В общем... Вот. Мам бомбит. Подписывайтесь на Инстаграм. Маргарита. В общем, также мы пойдем сегодня за сувенирчиками. Ну как за сувенирчиками? На ярмарку, если это можно так назвать, где продаются футболки всякие. И, ну и сувенирчики. Так что обязательно смотрите. А я побежала какать. Так, ну а у нас купание с барбосами. Чака!
коснуться пляжа с барбосами. И дальше мы направляемся на ярмарку, или по-другому на рынок, называется, да. Вот, там мы найдем сувенирчики всякие, футболки фирменные, анапские. Вот. Итак, а мы, кстати, находимся между Витязева и Пионерским проспектом. Итак, ну а мы сейчас отправляем на рыночек. Итак, ну, в общем, на аттракционы нам съездить не удалось. Мы их, конечно же, нашли, но они были уже закрыты. И, в общем, мы куда-то там забрели. И просто вот так. Потом нас вез нетрезвый водитель. Итак, вот и закончился у нас первый день нашего пребывания в Анапе. И еще в другие дни я, конечно же, буду снимать. Так что прощаемся ненадолго. Ну а пока. 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 Пока.